Такотка. Это я копёк? Что такое нырка на полном серьезе? На белорусском очень сложно. Можно жить после выдаления нырки? А, ну, можно, конечно. Як долго? Ну, на полном серьезе житё можно прожить, без проблем. Кого нема? Одной нырки. Что такое нырка? Что такое нырка на полном серьезе? Ти может человек жить после выдаления нырки? Да, может. На карку, на спине, наверное. А коли у человека родимка на карку, где это находится? Ты можете показать? Вось карок не покажу. На карку. Знаете, я стоматолог. Я явно не знаю, где находится карка, да? Могли бы показать, где это находится? Родимка на карку? Карк нет. Нет, не покажу. Коли человек ранится и бегал, и потягнул тяглицу и лытку. Лытка – это лодыжка, а тягница, ну, судя по всему, я думаю, икроножная мышца какая-нибудь, нет? Лытка – это вот это, шину наложить, наверное. Добро. Как можете показать, где находится тяглица и лытка? Ну, лытка – это лодыжка, я понимаю, да? Не совсем. Ну, напомню, я бы ему пора пойти там у сауны, как расслабилась и тягница, и лытка. Коли шмат годов у человека пякотка, что можно было бы ему пораить? Что такое пекотка? Пекотка. Это я копёк? Лихорадка, это пекотка, это да? Нет. А на белорусском что-нибудь преподают у вас? Нет. На белорусском очень сложно. А что-нибудь вообще по-белорусски знаете? Белорусски нет, вообще нет. Мама, валла, валла, сегодня знаю, очень люблю тебя. Отправь мне деньги, $500. 450 не хватает. Хорошо?